Всем привет, друзья! С вами Алриэль, и мы продолжаем наше приключение в World of Warcraft за нашего разбойничка. И на сегодня у меня по планам это штурм ямы. Поэтому вылетаем, собственно, скорее всего, в железные доки. Хотя можно, в принципе, не важно, куда лететь. Абы в ту сторону, вези меня. Сила и честь! Так, вези меня давай в железные доки. Хорошо. А тем временем нам бы каким-то образом бы поиск группы бы сделать. Трон, блин. Ладно, соберем сами группу. Дренор, Гаргронт, Яма. Яма, так. И голосовой чат не надо. Объявить о сборе. Приглашать автоматом. Так, ну ждем. О, черти, а. Это ж по-любому не на яму сейчас. Зашел, вышел. Бесит, а. Так. Яма. На яму. Есть кто? Так. Ой-ой-ой. Согрел сразу нескольких. Блин, ну это плохо. Что там нормально так раздают. Стоять боятся. А это кто? Огоньком-то заливает. Блин, а. Так я никого не найду. Жестяк. ПВП на. Понятно, отписать группу. Так не пойдет. На. Трон. Под заданием, что тут? А, собрать группу. Давайте, яма. Объявить о сборе. Все. Всяких упырей не будем к себе принимать. Пошел станчик. Выходи сюда, животное. Свободен. Хорошо. Браток. Угу. Браток вышел через другую. Ну ладно. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Чё-то я тут добротно нагрел. Уходим. Ну его нафиг.
пошла жара. Ай-яй-яй-яй-яй. Как меня жарят-то. А? Свободен. Сейчас я с этими разберусь, а там дальше. Нам только не загреть еще кого-то случайно. Ах ты ж, блин. Вообще не камильфо. Ой-ой-ой. Иди сюда. Отдохни. Ай-яй-яй, не могу, у меня на КДшке. Беда! Так, ну уж то на яму никого нет. Давайте еще раз. Быть может, кто объявится. Иди сюда. Отдохни пока. Постой, покури. Ой, блин. Хорошо, давайте вас двоих сейчас буду нокаутировать. Не вопрос. И чередой убийств табло. Фух. Однако. Одного в сад, а другого на фарш. Запустили места, мясорубку давай. Кастет сбить. Ощущение, что она на себя там что-то вкастанула. Для восстановления хпшечки. Так, надо парня отправить отдохнуть немного. Хорошо. Так, где тут гранаты были? Плюс 5 к боеприпасам. Замечательно. А, требуется 30 снарядов. Опа. И гласить. Где он? Где этот? Непонятно, этого исключим нафиг. Привет. На яму. Сейчас поглядим. О, еще кто-то. Замечательно, вот уже и ребятишки, да, появились какие-то. Это радует. Наш. Беда. Так, о, тут еще снаряды. Хорошо вмазали.
Боеприпасов у меня уже так нехило. Давай. О, оно все-таки. Глаз дракона, монах. Нид. Нид. Ой-ой-ой-ой-ой. Я здесь, браток. Пошла череда убийств. Так. Ворота бы мне. Но, походу, мне сегодня воротов не дадут. Ой-ой-ой-ой-ой. Да давай террарника не за это. Стан пошел. Фу, блин. И трупец еще захаваем. Так. Ну чё, давай рарника возьмем. Сейчас только этого. Так. Все, пошла жара. По мощный удар отходим. Ой-ой-ой-ой-ой. А что, на него станы действуют? Хо-хо-хо. Ну, это вообще крутота. Минус один. Упырек. Так, куда дальше? Включаем. Амонг такой тоже, походу, нормально уваливает. Сейчас пойдем еще одного рарника закочегарим. О. Можно выключить. Череда убийств. Давай, давай, давай. Получи. У нас хоть групповая? Стоит групповая. Блин, не удалось. Я думал аккуратненько сейчас подрезать сначала двоих, потом заняться третьим, но не тут-то было. Замечательно, нападение на яму успешно выполнено, но давайте еще поможем пассажиру. О, я понял. Серьезно. Пошел хардкор такой. Норм.
Требуется 20 снарядов, да? Взял. Где-то тут рарник должен быть. А, вот. А, не, это не он. Или он. Отключаем. И врываемся в него по полной программе. Ух ты, блин. Лока раскочегарили как. Еще и меня рискуют вывалить. Было близко. Подъем. Так. Короче, сделать лидером я ливаю. Ой-ой-ой. Скорее возвращаемся в гарнизон. Так, что в гарнизоне нам нужно? В гарнизоне нам нужно поставить, во-первых, сдать квест, причем два. До встречи. И нападение на... Ай-яй-яй. Увидимся. Увидимся. До завершить. Скорого. Так. Значит, здесь. Давайте 630-ку. И я могу кого-то отправить. Нет, но сначала надо, наверное, сгонять на верфь и построить еще кораблик другой. Хотя кораблик другой я явно не построю, но один точно смогу закинуть в печку. Бежим, бежим, бежим. Ой-ой-ой. Чуть я децл провалился. Так. Что мне нужно? У меня авианосец. Так, подводная лодка нужна. Давай подводку разместить. Через час будет готово, да? Окей. Тогда сваливаем. Тогда сваливаем. Можно, кстати, сейчас разместить парочку заданий. Так, куда мне нужно? И что мне вообще нужно? Награда. А с кем у меня экипаж затрекшийся? Мне, по-моему, нужны не трекшиеся. Мне нужны кто-то другие. Даже и не знаю. Вот так вот можно отправить. Пусть пробомбардирует. О, тоже неплохо. Два косаря кристаллов. Так, опыт, да? Стрёмно. Ничего путевого.
О, 92. Поехали, почему бы и нет. Так, с этим порешали. Теперь бы распродать весь хлам ненужный. Что у меня здесь? О, надо же. Хоть одно пригодилось. Ого, ваш гарнизон атакует. Вернитесь у него. Ничего себе. Кто посмел меня атаковать? Сак-сак. Так, ну с атакой мы сейчас разберемся. Один момент, я только... Что я хотел-то? А, я хотел к торговцу, которому можно продать все барахло. Покупаю, продаю. Продать раз, продать два, продать три. Так, что еще? Четыре, пять, шесть. Замечательно. Семь. Кожа. Что-нибудь за кожа, нам это не нужно. Ключик заводной. Вмещаем. Цветы какие-то, барахло. Куча ненужного хлама у меня здесь. За дуратана. Так, а теперь пробуем на почту подойти. Ох, у меня тут, как я и думал, просто вагон всякого барахла. Блин, вы уже знаете эту карту. Нужны припасы. Продать. О, 509 уровень мне абсолютно не нужен. Природа опасна. Ну, это открыть. Сандали. Купишь что-нибудь? Нет, я только продаю. Береги себя. Окей, спасибо. Так, что еще тут у меня? У меня тут немало всего. Хотя мне казалось, что я со вчерашнего данжа наколядовал очень много я всего. Я слушаю. Колечко. Топку. Сила с тобой. Что у нас здесь создает? Ага, ясно. 670-й запястье, а у меня 705-й. Ну, вообще не вариант. Я могу помочь. Помочь вряд ли. Жди наш клан. Так, тем временем у меня уже 10,5 косарей. Неплохо. Так, раз... 2, 3. Раз, два, три. Говори. Барахло скинули. Что у меня есть здесь ненужное? Наложение чар. Пусть будет. Может, когда-то пригодится. Ясно. Так, ну вот это вот можно, кстати, и поменять. Это явно ненужный ему момент. Так, ну что ж, друзья мои, на сегодня, я думаю, это все. Всем спасибо за просмотр. Обязательно поддержите видео лайками и подписывайтесь на канал, если вы здесь впервые. Увидимся с вами совсем скоро. Всем пока.